Всем привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео сделаем потрясающие объемные снежинки из бумаги. Я покажу вам самый быстрый и простой вариант таких больших объемных снежинок. Для работы используем бумагу для заметок любого размера. Для одной снежинки нам понадобится 16 листков. Складываем листок пополам. Один край складываем ровно по изгибу. Второй немного внахлёст, примерно на 4 мм. Таким образом складываем все 16 листков. Теперь склеиваем их, используя клей ПВА. Клей наносим очень тонким слоем. Получившиеся заготовки склеиваем по 4. Клей также наносим очень тонко и аккуратно. Бумага должна выглядеть вот так и ни в коем случае не должна склеиться внутри. Для шаблона нам понадобится кусочек тонкого картона. Выделяем нужный размер. Делаю отметки посередине линий. Внизу отмечаю примерно 7 мм. Соединяем точки. Далее рисуем веточки. Первая, вторая, третья и четвертая. Над ней нарисуем два зубчика. Вырезаем шаблон.
переносим его на бумагу. И вместо того, чтобы очерчивать шаблон на 16 заготовках, мы это сделаем только на 4, что колоссально сэкономит время. Вырезаем. Склеиваем 4 части снежинки. Склеиваем края. Чтобы снежинка держала форму, добавляем капельку клея в центре. Объемные волшебные снежинки готовы. Благодарю за внимание. Скоро увидимся. Пока!